В общественной приемной партии «Единая Россия» в Анапе состоялся прием граждан. В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Дмитрий Лебедев и Виктор Тепляков. Всего к парламентариям обратились 26 человек. Основные вопросы – это проблема обманутых дольщиков, благоустройство, газификация, выделение земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий. На приеме также присутствовали представители городской администрации и местного совета. Вопросы, не требующие детальных разбирательств, решались в ходе приема. Остальные взяты на контроль.